Я сам в какой-то мере отношусь к звездам, пошедшим в политику. Я попал на всесоюзный экран еще до того, как написал первую свою политическую статью. Так что я полагаю, звезды в самых разных отраслях человеческой деятельности имеют не меньшее право заниматься политикой, чем любые другие граждане, но и не большее. Весь авторитет, заработанный в интеллектуальных играх, на эстраде, в спортивных соревнованиях, к сожалению, никоим образом не гарантирует, что человек правильно разберется в тонкостях общественной жизни и на основе этого разбирательства будет предлагать благоприятное обществу решение. Поэтому то, что говорят о политике звезды, надо оценивать, не оглядываясь на их звездный статус, а изучая только сущность сказанного.